Привет, ребятки! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду делать реакцию на нового артиста. Его зовут... Ой, я даже пытаться не буду это произнести. Это будет реакция на песню SOS. Это живое выступление. Ну что ж, давайте глянем эти 15 миллионов просмотров. Также, если вы новенькие, то меня зовут Джессика Уондер. Давайте погрузимся в это дело. Да мы просто возьмем и нырнем в это. Если что, я иногда матюкаю из своих видео. Прошу понять и простить. Димаш Кудайберген, Казахстан. Ах, вот как надо было сказать. Стойте, стойте! Сколько у него там голосов? Какого буржуя? Я клянусь, он уже пятый раз меняет свой голос. Родненький, ну ты чего? Его голос настолько притягательный. Господи, он еще такой плавный и еще такой чистый. Я что хочу спросить, сколько у тебя голосов? Писец! Вот же хрень. Вот это крик, конечно. Ребятки, вы же знаете, я сама не своя лишний раз потараторить, но здесь с ним все по-другому. Я просто чувствую это... Даже не знаю, как объяснить. Вы тоже это видели? Жить в одном коридоре.
твою ж нежность и безмятежность. Подожди, что? Три разных голоса на одном дыхании. Димаш Кудайберген, Казахстан! Я думаю, это вообще первая реакция, где я практически не делала пауз, потому что я была настолько вовлечена в это. Я просто хочу сказать, он артист до мозга костей. Я обескуражена. И у меня нет слов, кроме как... У него уникальный голос. Тут и к бабке не ходи. Он тренил свой голос с самого рождения. И он родился с этим. С таким талантом. И отшлифовал его до идеала. Спасибо Казахстану. Ну и конечно же, Димашу. Теперь-то я понимаю, почему вы штурмовали комментарии под моими видео. Тебе надо посмотреть это. Тебе надо посмотреть это. До меня дошло. Сейчас я понимаю. Извините, что не сделала это раньше. У меня нет слов. Я даже забыла, что я собиралась сделать дальше. Я просто в шоке. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на Джессику. Подписываемся на наш телеграм. Всех люблю. Всех обнял. Пока.